Всем привет! Перед началом этого видосика хочу сказать спасибо еще раз Николаю за просто невероятную поддержку. Честно говоря, до сих пор не могу поверить в это. Спасибо тебе большое. Ну а в этом видосе вы увидите идеально золотой стол через золотого ремидера, которого я нашел на 7-й ход. И если вам понравится этот видосик, не забудьте поставить свой лайк. Ну ладно, всем приятного просмотра. Выберите мне героя, кроме Навилы и... вот среди этих. Хотя Рено, наверное, да. Мурлоков нет и зверей нет. Рено надо брать. Давайте Рено возьмем. Да. Пипец. Любая карта, кроме Гомункула, сюда бы встала. Ладно, давайте так сделаем. Фиг с ним. Тогда я бы взял сейчас любую карту, продал. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Смотри, чик. Существа. Так, раскапывайте. Ну, это вот это вот до конца матча, понимаете? С нулевой секунды. Это, наверное, самое лучшее, что можно найти, я считаю. Это очень круто. Это просто невероятно. Хорошо. Так, ну тут левелапыч и вот эта картишка, потому что Биба Боба сейчас будут друг друга бафать, и это типа триплет. А триплет мне очень нужен, потому... ну, хп у меня мало уже, но триплет нужен. Идеально, да? Сюда забав кинул, главное первым ударить. А, мы же не ударим, да, обилка? Ну, коллекционер триплетов. Коллекционер. Здесь что сильнее будет? 7-9 у меня как раз-таки это получается. Я просто не могу понять. Вот это мне в будущем вообще легко может заруинить. Возможно, вот это лучше. Потому что так, 7 существ, и я первый бью. Возможно. Я думаю, это будет сильнее сейчас. Это вот мне не нравится. Карта вот эта вот. Ну, вот такие карты с предсмертными хрипами мне не нравится накидывать. Чик. Ну, смотрим. Именно по этой причине я это не брал. Это было полностью правильным, если я не вылетаю. Офигеть. Можно я не вылечу? Посмотри на это. Посмотри, Биба и Боба. Посмотри. Именно по этой причине я это и не брал. Потому что если ты играешь через Ревендера, оно руинит. Круто. Это очень круто. Все, осталось нзотов найти. Бабл Таунт и яички. Яички. Сейчас буду яички искать. Болевые ключи срабатывают дважды. В раскапчивании существо это верно текущего уровня. Ваше существо получает 5-5 и провокацию. Возьму вот это. Болевые ключи мне не нужны. 5-5, провокация мне нужна вот сюда. Можно было расколку взять, но я думаю, что не нужно. Бубл. Спасибо. Триплет еще. Это в шестую триплет. Сейчас. Спасибо. Спасибо, сейчас. Я сейчас с ума сойду, я не могу. Очень хорошо. Замечательно, просто невероятно. Обожаю через эту страту играть. Это лучшая страта в игре. 3 лайка до 300. Чуть-чуть. Ладно, 300 лайков ставлю тебе. Не... спасибо. И вот сюда, блин. Это вуз. Если нахожу девочку 3-6, это такая сказка сейчас получится. Чик. Так-то, если так посмотреть, мне девчуля руинит больше, чем не руинит. Мне девчуля не нужна. Мне девчуля не нужна вообще. Потому что девчуля по-любому кинет бабл сюда, из-за этого бабл не раскроется, из-за этого... очень круто. Смотрим чат? Отлично расставился. Прикинь, не хотел расставляться. Реально не хотел расставляться, но расставился. Вообще не хотел. Вот, видите? Микромомент. Не расставился бы, проиграл бы. Хотя вряд ли я бы вот так выиграл. Ну все же, чуть больше у него был бы стол и все, ГГ. Обилка когда? Точнее, это 3 хода, да? 2. 2 хода. Чик. Вообще, места-то нужны? Наверное, по ролю. Хотя, может, и нужны. Отлично. То, что надо, деду. Пипец. А почему так идеально? Я, конечно, все понимаю, но почему так идеально? Это слишком идеально, чат. 300 лайков. Спасибо за лайки, чат. Спасибо за лайки. Спасибо. Похоже на привет YouTube очень. Замечательно. Самая лучшая острота в игре. Как по моему мнению. Самая красивая, самая приятная, если так можно сказать.
Смотри. Ну это походу на превьюшку. Топ 4, плюс рейтинг. Ну, поначалу, конечно, легко рейтинг капать. Вот чувствуется, согласись. Те стримы, которые прошлые, которые на протяжении всей недели стрима проходили, такого вообще близко не было. Просто близко даже таких каток не было. То, что сегодня происходит, это... Так. 3.6, девчуля, пожалуйста, спасибо. В Эргарес 54 тысячи нужен деду? Я думаю, что он не нужен. Тут аж сильнее будет, потому что золотой ремедер. Но я адаптозавра взять не могу. Хотя, если... Джина тоже не буду брать. Я не знаю, что брать. Хотя, может быть... Врагореза стоило просто взять и поставить его чуть дальше. А, блин, я понял. Я просто немножко вот с этого офигел. Понятно, да? Поздравляю, снова катка на монтаж и бессонной ночью. Сегодня третья уже катка на монтаж. Пожалуйста. Нормально? Пипец, это... Оно даже до суда не доходит. Просто уничтожаем. Мне просто апаться надо, я же все равно не проиграю никак. О, делает существо, случайное существо в таверне Боба золотым. То есть это триплет. Триплет деду надо. Удваивает в атаку, не надо. Ля, крыса. Возвращает существо не золотое, но получает 2-2. Я попытаюсь паролить, потому что есть шанс на то, что какое-то хорошее существо даже будет золотым. Например, вот это. Давайте золотого гомункула сделаем. Я хочу золотого гомункула. Оп. ГГ. Без понятия, есть ли там что-то типа кливов, не кливов. Просто нужно было продать, чтобы от клива сыграть. Ну, может быть, надо было, да. Может быть, надо было апнуться. Ну, в принципе, все равно. Какая разница? Смотри. Накупи существ, потом продай одно, оставь таверне Боба одно существо, какое тебе надо. Так мне, ну, на самом деле, ничего не нужно. Мне же все это, все, ничего не нужно. Единственное, что это девочка 3-6, которая, ну, еще одна, и все. А так мне больше вообще ничего не нужно. Как же это круто. Давайте апаться. Да, надо было на прошлый ход делать. Ну, ладно. Вот это взять. 3-3. Блин, я не знаю, это правильное решение сейчас будет с моей стороны или нет. Просто спора против демонов. Там нет, там не те демоны, которые через стрелка. Вроде как. Вроде там не должно быть стрелков. А если стрелки? А если нет? А если да? Я не знаю, кстати. То сейчас все решит. Вот этот вот. Либо 50 на 50. Если там стрелки, нужно оставлять это. Если там жирный, нужно оставлять это. В прошлый раз там стрелков не было. Если в прошлый раз там их не было, скорее всего, сейчас их там тоже нет. Поэтому я просто сделаю вот так. Вот и все. Да, здесь не было. Нифига. Здесь нифига не было. Спасибо за донат еще раз. Ну видите, спора бы все равно в итоге умерла бы от этого, да? Здесь легко выиграть. А, или нет? Подожди. Где-то я такое уже видел. Если сейчас сюда ударит, например. И сейчас, например, сюда ударит. Ну все, да? Слушайте, это, наверное, на YouTube. Это красота, я считаю. Очень красивая катка. Может быть, на YouTube. Но если что, ставьте лайки. Прикольно получилось. Жалко, не топ-1. Пойдет.